деньги выплачивают. Вот, как говорится, я сейчас 3 часа отыграю, то есть каждые 3 часа за то, что ты участвуешь в альфа-тесте, ты потом открываешь свой CD-дисковод, но у тебя должен быть для этого CD-дисковод, и там по $100 генерируется. То есть ты открываешь потом CD-приемник, и там будет купюра $100 уже за то, что ты в альфа играешь. Вот. У меня, к сожалению, CD-шника нет, поэтому я бесплатно тестирую. Ну вот у меня тоже только флопик. Ну, выживаем как можем. Что делаешь, правильно? Да прям до фула забьем, наверное, инвентарь железом, чтобы потом уже не ходить сюда по 10 раз. Такая она человенькая, знаете, читаешь чат, что-то. Блин, со станиной, конечно, реально напряги. Вот ягоды какие-то растут. Их можно собрать? Эти кусты. Пиздец. Ну, с лука мне как будто не нравится стрелять. Это пиздец. Все хорошо. Это пиздец. Ну, настолько не про... анимация, как я ожидал. Здесь, типа, будет натягивание, если ты помогает жестко еще. Да, видите, мы открываем новый лицо. Лишникам будет поприятнее немного, хотя бы просто потому, что... лишняя боевка. Но пока что как бы... пистолет? Просто для галочки. Бля, ебать, она сейчас убьет, на самом деле. Надо застакаться на самом деле. Вам и пофармить. Один хп! Бежать, спрыгать, бежать! Просто максимально. Ну, что-то здесь жестко. Что-то здесь жестко, сприг. Надо было пальцем можно попробовать. А здесь, ну, это просто как будто... боевки нет в игре, в тесте только мирная деятельность и попытки ПВЕ, но ПВП нет и боевки, по сути, доджи нету, никаких механик, которые обещаны в игре, их еще нет, конечно. Что-то мобы присасывается, как будто игра таргетная. Как будто с топором проще, чем с луком, на самом деле. Для первой играбельной альфы выглядит очень неплохо. Да, ну то есть окружение, мирная деятельность и прочее офигенно. Боевка, но ее просто нет. Давайте будем думать, что она есть какая-то. Пиздец. Но они что-то бегают, но опять же, был бы пинг получше, я думаю, было бы поплавнее. Сквозь стены вот эти уроды наносят. Жесть. Ебать, меня подожгло. Охуенно, просто сквозь стены. Мне это напоминает первую альфу Альбиона, если честно. Прям пути. Гол лута чисты. Я бы знал, где еще чисты или кто-то находится. Наверное, магом при... Видите, из-за того, что еще 200-300 пинга, это вообще выглядит неиграбельно. Ну, это... Но отстраиваться весело. Что-то дропс не идет. А дропсы должны быть сразу какие-то. Первый элитный честран в подздей. Реально, кстати. Блин, а кто-то мой труп собрал? Что произошло?